Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и в сегодняшнем видео мы заглянем в мои новые покупки. После рыболовной февральской выставки на ВВЦ у меня было много соблазна приобрести всякие интересные приманки и снасти. На какие-то мне пришлось глаза закрыть, а какие-то все-таки я приобрел. Одну из покупок я распакую сегодня при вас. Что-то я, если честно, уже получил, распаковал и уже снял видео, но не смонтировал. А сегодня я решил, непосредственно, прям вот сегодня она пришла, и показать ее вам. Значит, это посылка от магазина «Будет улов». Побывав у них на стенде на февральской выставке на ВВЦ, я познакомился с множеством разных приманок интересных, а каких-то я уже знал, но не так много. Какие-то цвета я только видел в интернете, и только на выставке их пощупал. И вот одна из финских торговых марок под названием Jesse меня очень сильно заворожила и привлекла своим качеством. И ценой на самом деле. То есть финское качество, финский воблер по недорогой цене. В районе 500 рублей. У этой торговой марки фирмы Esso есть и троллинговые воблера, и по щуке, и по головлю, и по окуню. Здесь я заказал всего по чуть-чуть. И для троллингистов здесь будет интересно, и для тех, кто ловит щуку на малых реках. Расписываясь за эту посылку на почте, мне сообщили, что меня ждет еще бандеролька какая-то. Я был приятно удивлен, пошел получать эту бандерольку. Это вот такой вот пакетик. Назвали ее бандеролькой почему-то. Ну, наверное, это и есть. Вот так бандеролька выглядит. Хотя на вид, я говорю, чистый конвертик. Этот конвертик, это бандеролька из Дмитровграда. Из Дмитровграда от Макса. Тоже видеоблогер, тоже снимает про рыбалку. Очень много у него про ультралайт. Канал у него называется «Клевый мир». Внизу оставлю ссылку под видео на его канал. Итак, значит, очень интересная на самом деле история у нас с Максом. То есть, получилась такая. То есть, мы с ним подружились. Он ко мне в гости заходил. Что-то там интересовало, его спрашивал. Я к нему в гости периодически заходил. Тоже, значит, писал какие-то комментарии, что-то спрашивал. И мы так периодически стали переписываться. И перед выставкой у нас тоже была с ним небольшая переписка по поводу катушек Риоби. Вот. И он сказал, что не сможет он попасть на выставку, так как он находится в Дмитровграде, это довольно-таки далековато. Времени у него не было. Ну и я решил ему сделать дружеский подарок, приобрел ему на выставке пару воблеров и отправил ему. В ответ я получил вот эту бандерольку. Спасибо тебе, Макс. И здесь лежат, как я понял, колебалки для ультралайта от простой рыбалки. Сейчас мы будем смотреть. Это от Будет улов финские воблеры от Jesse. Сейчас мы будем все это дело распаковывать. Да, вот еще. Скоро у меня выйдет видео по фурнитуре. По заводным колечкам, застежкам, ну и там еще кое-чего я вам покажу, будет интересно. Значит, почему я решил это снимать видео? После моих, значит, зимних вот этих обзоров многие поняли, что есть где, на каких приманках заменить колечки. И многие меня стали спрашивать: Илья, на какие кольца ты меняешь, на какие кольца менять нам, если мы это, допустим, купили, если такие как бы несносные кольца, что нам делать? И отвечав на этот вопрос, я говорил обычно: ну, друзья мои, можно их или, в принципе, оставить и ловить в корягах, чтобы они разгинались, или меняйте на какую-то качественную фурнитуру. На что я получал очередной вопрос: а какую фурнитуру, какую качественную? Я сам на самом деле особо не понимал, какую фурнитуру я буду ставить. Овнеровская очень дорогая, какая-то еще японская тоже очень дорогая. И я затруднялся с ответом.
То есть, на самом деле, зачем покупать бюджетный воблер и на него ставить какую-то японскую фурнитуру? То есть, фурнитуру на него надо ставить тоже какую-то, соответственно, бюджетную, но качественную. И, значит, в поисках, значит, такой фурнитуры я наткнулся на две фурнитуры. Это фурнитура от самого же, опять же, Герман, у кого я брал, значит, тоже вот эти бюджетные воблеры, реплики, скажем так. У него есть в пакетиках вот такие колечки, очень хорошего качества, очень добротные, разные там всякие номера. И еще, значит, я наткнулся на кольца от «Сезон рыбалки». Вот такие кольца от «Сезон рыбалки». «Fish Season» переводится как вроде бы «Сезон рыбалки». Так вот, я подготовился и... Скоро видео вы это увидите. Я вам расскажу, какие, что, куда номера я буду ставить. И второе видео будет по плетеным шнурам и по монофильной леске. По плетеным шнурам та же ситуация. Многие меня попросили, значит, рассказать о бюджетных шнурах, о бюджетной плетенке, какую, Илья, ты можешь посоветовать. Ну, Илья никакую не может посоветовать бюджетную плетенку до сегодняшнего момента, потому что Илья всегда ловил на Power Pro или на Spider. Были еще у меня там японские производители, но о них немножко умолчим. Так вот, Spider и Power Pro на самом деле не очень дешевые, то есть за 1000 заваливают. Мне просили все что-нибудь там в полцены им посоветовать. Я не мог ничего посоветовать, потому что я не ловил на нее. И я решил проделать определенную работу и поискать какую-то качественную плетенку для того, чтобы я кому-то что-то мог посоветовать. Есть кое-какие у меня наработки. Был я на выставке, кое-что видел. И, значит, видео я об этом подготовлю. Сделаю я небольшой тест, сделаю небольшое видео по, значит, техническим, скажем так, параметрам, по истираемости той или иной плетенки. То есть там будет плетенка в пределах 400-600 рублей и будет плетенка свыше 1000 рублей. И я вам все покажу, стоит ли покупать, не стоит. Я себе несколько мотков приобрел. Пару мотков мне подарили на выставке. Как сказать, для теста, для пробы. Я попробую показать вам качество этой дешевой и качество этой дорогой плетенки. А вы уже решайте сами, брать или не брать. Также я наткнулся на неплохую монофильную леску, скажем, 0,4, для ловли, скажем, на платниках, для ловли карпа. Тоже я вам ее покажу в видео. И на поплавочную удочку я приобрел себе тоже, в принципе, за недорогие деньги, 50 метров, 150 рублей. Не знаю, дорого это или нет, 0,18, по-моему. Также мне монофил этот очень понравился. Ну все, в принципе, анонс заканчиваем. Давайте приступим к распаковке моих посылок. Итак, друзья мои, давайте приступим с распаковки моих покупок, моих подарков. Начну я с финских воблеров под торговой маркой Yes. Какой-то интересный пакетик лежит внутри, по-моему, просто с воздухом. Интересно. Так, сейчас я их все достану и немножко, может быть, о них расскажу и покажу их вам. Итак, друзья мои, вот воблерочки от фирмы Yesse. Это троллинговая серия. Вес 14 грамм. 1/2 унция. Хотя здесь еще написано 13 грамм. Здесь 13, здесь 14. Ну, бог его знает.
промаркировано на лопатке, что это Yese, производитель, и написано, что это Made in Финляндия. Ну а теперь немножко о самом воблере. Воблеры Yese сделаны из пластика. Они имеют вот такую интересную приклеенную лопатку. Воблеры этой марки очень разнообразны на цветовую палитру. Этот воблер 10,5 сантиметров. Погружение этого воблера составляет до 5 метров. Ловить этим воблером можно от 3 до 5 метров. Игра у этого воблера не будет сильно активной, из-за того, что он имеет вот такую узкую лопатку. И из-за этого этот воблер имеет преимущество еще не просто при троллинге, но и при ловле в заброс. Этот воблер будет неплохо твичиться, скажем, на глубинах до 2 метров. Имеют очень качественную фурнитуру. Заводные кольца, петли этих воблеров очень прочные. Также этот воблер имеет очень острые крючки. Воблер Yese имеет очень качественное лакокрасочное покрытие. У этих воблеров очень интересные раскраски. Разнообразие цветовой палитры этих воблеров просто поражает. В моих руках, к сожалению, сейчас не все цвета, не все раскраски. Вот такой Deep Wobbler 5-метровый, 10,5 сантиметров, в каталоге он проходит как 11-сантиметровый, имеет вот интересную вот такую высокую петлю. Она располагается практически у самого носа, что позволяет воблеру идти под более высоким углом. Покрытие этих приманок просто завораживает. Имеет шумовую камеру. Воблер плавающий, но воблер не имеет системы дальнего заброса. Лопатка у этого воблера узкая относительно своего тела и имеет небольшую впадинку посередине. Модель Saddle, это вот такая моделька 8-сантиметровая. Благодаря своей лопатке имеет очень интересную игру. То есть голова этого воблера практически находится на месте, а хвост этого воблера очень сильно уходит по сторонам. Сам воблер имеет еще такую рыскающую игру и уходит вправо и влево. Это зависит от скорости проводки. Петли на этих воблерах очень мощные.
Сама проволока этих петель проходит через все тело и является единым. И является единым креплением. Тройники, повторюсь, очень острые и постоянно впиваются мне в руки. Воблер Есса с седловидной лопаткой. Даже если очень медленно проводить воблер, он имеет свою игру. То есть, что позволяет воблер проводить по самому верху. Не заглубляя воблер, мы его ведем, а он играет. Сейчас я открою еще одну посылочку, и мы посмотрим, что мне прислал Макс. Макс мне прислал две колебалочки от простой рыбалки. Вес колебалки 5 грамм. Черненькую и желтую с красным. Сейчас мы посмотрим их поближе. Вот такая черная. Похожа на, кстати, на пиявку. Я думаю, головой должен клевать на нее. Очень реально похоже на пиявку. И вот такая. Морковка красная с желтым. С обратной стороны они также покрашены. Одна светленьким, другая черным. То есть вот это вот черная такая серебристая под пиявку. И вот это с обратной стороны светленькая, а с этой вот красно-желтая. Сейчас я камеру переставлю и все вам покажу поближе. В
серебристо-черного цвета она. Колебалка от простой рыбалки. Ну что, друзья мои, вот такие новые приманки я приобрел. Какие-то мне подарил Максим, это колебалки. И приобрел себе с выставки вот такие замечательные воблеры от производителя YES. Повторюсь, воблеры сделаны из пластика. Воблеры имеют отменную фурнитуру, очень острые тройники, очень мощные петли и очень хорошие заводные кольца. Покраска у этих приманок просто сказочная. Все, друзья мои, всем пока и до новых встреч!